В Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялся литературно-музыкальный вечер, приуроченный к столетию со дня рождения народного поэта и прозаика Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. Он прожил сложную, полную трагических событий жизнь. Родной край и природа Кавказа вдохновили его на создание шедевров поэзии, вошедших в сокровищницу мировой литературы. Литературный вечер открыл Константин Яковлев, министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики. И самое главное, я хочу сказать, сегодня о нем остался целой истории Чувашской Республики. И, наверное, сегодня, я думаю, родственникам, наверное, вам приятно то, что о нем говорит вся Чуваши. О нем пишут, о нем мечтают, о его подвигах. С Чувашей знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева связывают страницы биографии. Осенью 1941 года в жестоких боях под Орлом он был тяжело ранен и попал в госпиталь в Чебоксары. Лечился поэт здесь до ноября 1942 года. И за это время написал немало стихотворений, рассказов и очерков. В его честь в столице Чувашии есть мемориальная доска, где состоялось возложение цветов. Гостеприимны, за то, что вы такие открытые, очень приятные люди. Когда мы вчера проезжали, когда приехали вот мимо этого места, хоть ночь была, какое-то такое трепетное, не знаю, чувство. На литературно-музыкальном вечере присутствовали студенты и почетные гости. Некоторые из них прибыли из Кабардино-Балкарии, среди которых были прямые потомки Кайсына Кулиева, его внучка Лейла Жашуева и племянница, руководитель мемориального дома-музея Кайсына Кулиева Фатима Кулиева. Читать всем, потому что вот самое мое любимое стихотворение, когда мне бывает грустно, я всегда вспоминаю его. Какие бы проблемы ни были, жизнь прекрасна. Как хорошо проснуться на рассвете, на мир глядеть, за птицами следить и знать, что выше счастья. Жить на свете ничего не может быть. И это счастье ничем невозможно омрачить. Выступления гостей сменялись творческими номерами и чтением лирических стихов Кайсына Кулиева. Незабываемым подарком для всех гостей мероприятия стала насыщенная музыкальная программа, подготовленная гостями из Кабардино-Балкарии, автором инструментальных мелодий, гармонистом Светланой Чеченовой и барабанщиком Жамалом Чеченовым. Поэзия Кайсына Кулиева мужественная, созвучна людским страданиям, радостям и надеждам, легко преодолев национальные рамки, приобретает черты общечеловеческой значимости. Тонкий лирик, непревзойденный мастер стиха, он оставил потомкам множество строк, достойных восхищения. Ольга Василик, Степан Гурьянов, «Жизнь столицы».